С этого года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсию теперь будут считать не в деньгах, а в баллах. Вместо трех видов – страховой, накопительной и трудовой – остаются только два – страховая и накопительная. Страховой стаж теперь будут засчитываться периоду, когда человек не работал вынужденно. Пенсию будут считать не в деньгах, а в баллах, но это касается будущих пенсионеров. Более подробно о новом пенсионном законодательстве мы предлагаем поговорить завтра. В программе «Открытый диалог». На ваши вопросы в прямом эфире ответит руководитель пенсионного фонда Татьяна Нагайчук. Напоминаю, начало программы в 19:30.